Почти как в известном фильме. Их четверо, пока еще все вместе, но жизнь – дуэль, и это дело чести. Вот в такую перестрелку, правда всего лишь мечом, вступили участники финала четырех. Он свел на площадке лидеров первенства Архангельска по мини-футболу среди детско-юношеских команд. И таких финалов, кстати, тоже четыре, по количеству возрастных групп. Самым юным спортсменам нет еще и 10 лет, самым опытным впору школу заканчивать. Вот в зале спорткомплекса имени Личутина бодаются ребята 2003-2004 годов рождения. Команда «Фаворит» оправдывает свое имя. Хоть и с минимальным преимуществом, но обыгрывает дружину ЮСШ номер 6. Не удалось реализовать все моменты, которые мы создали. Хорошо цель в обороне. Вратарь потащил. У нас больше всего командная игра, то есть играем в пас хорошо, отрабатываем в обороне, так и в атаке. Атакующего потенциала на весь финал четырех ребятам не хватило. В борьбе за первое место они уступили еще одним представителям детско-юношеской спортшколы номер 6 – команде «Олимпик». Их младшие товарищи из команды «Олимпик-1» закрепить успех более опытных футболистов не смогли. Они также боролись за первое место, но коллектив с длиннющим названием «Спортшкола-водник Северная Двина-Медведи» не оставил им шансов. К финальному свистку на табло застыл счет 7-2. На площадке особенно выделялся Александр Люсин и габаритами, и уровнем мастерства. В Архангельск он перебрался недавно из города Корабелов и хорошо влился в состав новой команды. Очень нравится, все ребята дружелюбные. Мне команда понравилась тем, что там все ребята играют хорошо и есть с кем посоревноваться там. Вы чем лучше других-то? Перемещением. Занимаемся 6 лет, у нас команда. Побеждали на многих турнирах, выезжали в Новороссийск, 4-е место заняли по северо-западу. Интересно, что на турнире выступали и еще одни медведи из клуба «Северная Двина». Просто футболисты той команды на год на два постарше чемпионов. В возрасте разница небольшая, а в итоговом протоколе очень даже. По 2003-2004 году медвежата стали лишь третьими. У нас был домашний зал, это Норд-Арена, ФОК Норд-Арена. А тут нам непривычно было играть на этом стадионе, и поэтому не получилось реализовать. Кто с успехом реализовал свои моменты, так это команда «Водник» Северная Двина ДАФ. Они лучшие среди ребят 2001-2002 годов рождения. В младшей возрастной категории отличились еще одни представители желто-зеленой спортшколы под названием «Водник. Северная звездочка». Чествование триумфаторов состоится 27 мая в Норд-Арене.